для того, чтобы провести заседание комиссии по союзному государству в информационной политике, обсудить насущные вопросы, в том числе, как нам мобилизовать средства массовой информации на более активную работу по освещению сотрудничества, как на уровне федерации, так и на уровне субъектов Российской Федерации, Тульской области и Республики Беларусь. Поэтому сегодня, надеюсь, что мы плодотворно поработали, покажем те места, которыми мы гордимся, это Тульский Кремль, это Музей оружия, и коллеги вернутся сюда вновь. Андрей Николаевич, ну о работе несколько слов. Ну, во-первых, я хотел бы сделать акцент, что первым вопросом мы обратили внимание на экономическую составляющую сотрудничества Тульской области и Республики Беларусь. Сегодня депутаты, которые присутствуют от Республики Беларусь, они представляют Минскую область, я представляю Гродненскую область, Гомельскую область, Витебскую область. И когда мы посмотрели за первое полугодие данного календарного года в экономической составляющей, мы просели. Товарооборот 75% к уровню прошлого года. И депутаты поставили перед собой задачу проанализировать, по каким направлениям мы просели в данном показателе. И если нужно, соответствующими государственными работниками по направлениям провести встречу, поизучать вопрос, ну, если так более корректно, ну, вывести данный прогноз на положительную динамику. Вот это в первом плане. Второй план. Вот те процессы, которые сегодня проходят в Российской Федерации, в Республике Беларусь, экономический форум, они достаточно освещаются в средствах массовой информации. Но сегодня задача наша была проанализировать, как регионально это проходит. Региональные пишущие, печатающие, как показало вот сегодня обсуждение, ну, нам нужно как-то более плодотворно дать основные направления совместной работы региональным СМИ Республики Беларусь, региональным СМИ вот Тульской области, например, и Российской Федерации. Я не хочу обозначать определенные предложения, уже есть у министра информации Республики Беларусь на следующий календарный год, но хочу, чтобы это прозвучало, конечно, с ее уст. В целом, я искренне благодарен сегодня за то, что мы вот по приглашению депутата нашей комиссии посещаем прекрасную Тульскую землю. Я впервые, и у меня самое приятное впечатление. Искренне благодарен. Спасибо. Какие улучшения за этот год произошли? Вы имеете в каком плане улучшения? Ну, в плане... В Тульской области. Я очень рад, что приехали.